В Испании щенок попытался спасти полицейского. Во время тренировки для собак щенок прыгал лапами на грудь полицейского и прислушивался к его дыханию. В Испании щенок стал звездой интернета после того, как пытался спасти жизни полицейскому. Об этом говорится в сюжете ТСН от вторника, 26 июня. Видео с тренировки для собак обнародовала испанская полиция. Полицейский упал, изображая из себя мертвого, и щенок по имени Понча побежал на помощь. Он прыгал лапами на грудь полицейского и прислушивался к его дыханию. В конце концов, мужчина поднялся и поблагодарил пса. Видео с умным щенком за 4 дня посмотрели более 2 миллионов человек. Напомним, ранее вблизи острова Кока в южной части Тихого океана женщину-исследователя спас от акулы горбатый кит. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS.TMI Correspondent.net. По материалам сайта news.gr.com.